Мы уже рассказывали о замечательной муниципальной поисково-просветительской экспедиции «Имя Славянского района». Экспедиция охватывает исторический период с 1924 года по настоящее время и призвана сделать популярными имена заслуживающих этой чести земляков. Как много их аграриев, строителей, врачей, учителей, военнослужащих, которые беззаветным служением Отечеству и своей малой родине заслужили право быть в числе лучших. В каждом поселении есть такие имена, которые могут быть отличным примером для всех. Шести жителям Протокского сельского поселения был присвоен почетный титул «Имя Славянского района». Это Березова Светлана Алексеевна. Николай Васильевич, Якуба Виктор Николаевич, Диденко Дмитрий Андреевич. Но сегодня хочется отметить тех, кто до сих пор продолжает трудиться на благо нашей малой родины. Это Люкова Вера Федосеевна, Рогозан Александр Андреевич. Дипломы лауреатов премии «Имя Славянского района» были вручены родственникам лауреатов, которых уже нет с нами, а живущие получили их в свои руки и чествовались на сцене. Эти имена теперь золотыми буквами будут занесены в книгу истории Славянского района. Лауреатов и гостей праздника поздравили артисты народного вокального ансамбля «Комплимент» городского дома культуры. Молодежь поселения на этом мероприятии получила прекрасный пример для подражания. Они могут равняться на своих лучших земляков. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».